летал тигра катали. Солдаты шли в последний бой, а молодого командира несли с пробитой головой. А молодого командира несли с пробитой головой. По танку ударила болванка. Прощай, родимый экипаж, четыре трупа возле танка дополнят утренний пейзаж. Четыре трупа возле танка дополнят утренний пейзаж. Машина пламенем объята, вот-вот ранят боекомплект, а жизнь так хочется, ребята, и вылезать уж мочи нет, а жить так хочется, ребята, и вылезать уж мочи нет. Нас извлекут из-под обломка, поднимут на руки каркасы залпы башенных орудий. Последний путь проводят нас залпы башенных орудий. Последний путь проводят нас. И полетят тут телеграммы родных и близких извести, что сын ваш больше не вернется и не приедет погостить, что сын ваш больше не вернется и не приедет погостить. В углу заплачет мать старушка, слезу смахнет старик отец, и молодая не узнает, каков танкиста был конец, и молодая не узнает, каков танкиста был конец. И будет карточка пылиться на полке пожелтевших книг, в военной форме при погонах, и ей он больше не жених. В военной форме при погонах, и ей он больше не жених. На поле танки грохотали, солдаты шли в последний бой, а молодого командира несли с пробитой головой, а молодого командира несли с пробитой головой. Грохотали, солдаты шли в последний бой, а молодого командира несли с пробитой головой, а молодого командира несли с пробитой головой. По танку ударила болванка. Прощай, родимый экипаж, четыре трупа возле танка дополнят утренний пейзаж. Четыре
машина пламенем объята. Вот-вот ранят боекомплект, кажись, так хочется, ребята. И вылезать уж мочи не даже так хочется, ребята. И вылезать уж мочи не. Нас извлекут из-под обломка, поднимут на руки каркасы залпы башенных орудий. Последний путь проводят нас из залпы башенных орудий. Последний путь проводят нас. И полетят тут телеграммы родных и близких извести, что сын ваш больше не вернется и не приедет погостить, что сын ваш больше не вернется и не приедет погостить. В углу заплачет мать старушка, слезу смахнет старик, отец и молодая не узнает, каков танкиста был конец, и молодая не узнает, каков танкиста был конец. И будет карточка пылиться на полке пожелтевших книг в военной форме при погонах, и ей он больше не жених в военной форме при погонах, и ей он больше не жених. На поле танки грохотали, солдаты шли в последний бой, а молодого командира несли с пробитой головой, а молодого командира несли.